Девочки, всем привет! Сегодня предпоследний день моего пребывания в санатории. Почти все процедуры уже завершились. Завтра еще последний день там на последний массаж схожу. Сегодня я купила один платный массаж, ходила. Делала. В общем, из 5 дней я 4 массажа. Если бы я чуть раньше знала, я бы все 5 дней бы делала массаж. Сегодня я попала к другому мастеру на массаж. Те разы мне делала девушка, тоже хорошо делает. А сегодня был парень молодой. Ой, это вообще профессионал. Такой молоденький, такой прям. Это вот дар от Бога, наверное, у него. Такие руки у него прям вот не объяснить. Это нужно прочувствовать все. Так хорошо сделал прям. И не так болезненно. Или может уже то, что третий раз. Или четвертый уже. Третий раз. Завтра мне еще. Вот. Уже вроде как бы все разбили, может быть. Ну, прям отличный массажист. Я вчера, когда оплатила платный массаж, я подошла к нему, спросила, на какое время. И я говорю, мне желательно, вот я хочу к вам. Ну, думаю, попробую, как другой делает. Немножко технология у них, или, как сказать, другая массажа. Девушка чуть-чуть иначе делала, а этот по-своему. Вот. Ну, сейчас мы были, ходили на обед. Пообедали. Что мы там обедали? Салатик такой вкусный, со свежей капустой, редиска, укропчик со сметаной. Такой приятный, прям вот нежненький такой. Суп лапша, пюре с печенкой, ну и компот. А утром было яйцо, манная каша, сыр и чай. Жить можно. И прям вкусно готовят. Я говорю, у меня такое желание пройти на кухню, посмотреть на повара, кто так вкусно готовит. Вот пообедали, а сейчас соседка моя сходит на массаж. И мы пойдем с ней в тренажерный зал. Вчера было воскресенье, он отдыхал, мы вчера не ходили. А сегодня, смотрю, открыто уже, люди там занимаются. Сейчас тоже пойдем. Нам там понравилась беговая дорожка. Ну, там много есть чего. Проведем время и немножко подурачимся. Я не считаю, что это там за 2 раза поможет, конечно. Но раз приехали, надо все исполнять, что прописано. В бассейн мы сегодня не ходили. Сегодня у них санитарный день, понедельник. И наше шоколадное обертывание. Ну, завтра сделаем. Все, уже последний день, и сауна завтра будет. И бассейн, и обертывание, и бархатные ручки, и фито-чай. Это все в бассейне у нас. Вот. Ну, а так, ну вот еще завтрашние эти процедуры немножко. Я говорю, все зависит еще от того, с кем ты поселишься. Кто у тебя сосед. Есть вот они, их двое в палате, они каждый по себе вот. И врозь на обеды ходят в столовую, и врозь гуляют, и даже на лавочке вместе не сидят. Видать, не срослось у них что-то. Вот. А нам с соседкой повезло, нормальная такая женщина. Мы друг другу говорим, нам с тобой повезло, даже да, говорит, да. Вот сидим, хохочем. Ну а что, позитив тоже нужен. А что приехали сюда? Губы дуть, что ли? Ну, может быть, какие-то минусы и есть. Это мое мнение, что здесь мне все нравится и все устраивает. Ну, а зачем на эти обращать внимание? Оно и по стоимости это соответствует. Что тут, не знаю, какие мы миллионы отдали. Люди вон едут за границей, вон какие деньжища отдают. И за самолет, и за все. А здесь автобус входит в стоимость путевки. Вот кто с Караганды там до Дворца Горняков доезжают, то там уже где-то их контора недалеко от Дворца Горняков. Садишься в автобус, они тебя сюда привозят. И также отсюда увезут до Горняков. А там уже твои проблемы. Хочешь ты на автобус садись до дома, хочешь вызывать такси. Я считаю, нормально. Чем люди, вот я же говорю, повторяюсь еще раз, за билеты на самолет, какие деньги отдают, чтобы отдохнуть 10 дней. А здесь все доступно, поэтому, может быть, тут и такой контингент по
Победнее, нежели там другие. Все простые здесь люди, мало таких, кто недоволен чем-то. Ну, знаете, в каждом деле есть один-два таких людей, которым что-то не нравится, чем-то они недовольны вечно. Вечно бурчат, ходят, то это не так им сделали, то мы вот так хотели. Ну, эту серьгу не потеряла, я все боюсь, серьги потеряю. Первый раз их одела, застежка слабая была, я все время хожу и трогаю их. И вот вхожу все время. Вот у нас Виктор как плавает. Вода держит. Вот эти штуки хорошо держат на воде. Лена без этих штук хорошо плавает. Пловец номер один. Лида лечится. Очень хорошо. Вот мы здесь одни. Вода чистая-чистая с утра. Вот это вот что бьет водичка, она горячая прям сверху. Хорошо. Так приятно в этом бассейне находиться. Вот пришли в тренажерный зал, занимаемся потихонечку. Разрешаю меня заплатить. Я как бы у себе приеду домой стройной, как кипарис. Долго нам с тобой стремиться надо. Казалось бы, легкая дорожка, а все равно усилия прикладывается. Девчонки ходили в тренажерный зал, чуть не пропустили полдник. Смеемся, говорим, чуть голодные не остались, всю фигуру вырабатываем. На полдник был фруктовый салат со сгущенкой, политой сгущенкой, и стакан сока. Вот я сейчас оттуда пришла, что-то находилась в тренажерном зале, там, ну, как бы, все равно возраста уже когда никогда не занимался. Вот. Забываю, что хочу сказать. Хотела сказать, мне так здесь нравится. Надо дочери моей написать, может, я здесь останусь с проживанием, на работу устроюсь. Полезное с приятным. Буду полы драить, да в тренажерный зал ходить, да все процедуры делать. Самое главное, сауна мне нравится. Да много чего нравится. Рабочих не хватает, скажу, возьмите меня на полставки. Шутка, конечно. На этом я хочу закончить. Сегодня я уже показала все. Больше я завтра снимать уже нечего. Это будет все одно и то же, потому что каждый день одни и те же процедуры. Я все, что могла, я вам показала. Вот. Теперь, наверное, выйдет видео со мной только уже дома, когда я приеду.
Всем пока. Всем здоровья, благ, мира над головой. Всем-всем пока.